Ребят, сегодня я скачал FNAF 1 на этом телефоне. Короче, ребят, давайте я вам одно скажу. Пишите комментарии. Можете написать вопросы, я на каждый вопрос буду отвечать. Какой напишите? Вот прям любой. Ну, короче, я по комментариям буду отвечать обязательно. Это точно. Я, блин, как бросить трубку этого. До свидос. Так, ну тут слишком легко будет, это я знаю. Ничего не надо делать. Надеюсь, звук включен, хотя должен быть включен. Ну, короче, я отвечаю в комментариях. И некоторые комментарии я буду добавлять в видео следующее. Некоторые. Например, обзор на игру какую-нибудь. И там будет этот комментарий. Блин, что тут так скучно? Блин, тут больше подсказок, что ли, нет? Чё их так мало, только вот этот... Это типа нормально, что вот какая-то... Какой-то Бонни так на меня смотрит. Это секретка или это нормально? Мне кажется, это та самая секретка. Я, кстати, так был, что Бонни на меня в камеру прям смотрит. А сколько тут сидеть еще? А реально такого же вроде бы не. И правда, что тут не так. Сейчас он не смотрит так на меня. Что это за звуки? Короче, я пройду первую ночь. Продолжение будет на 5 лайков, ну хотя бы. Надеюсь, от меня не будут отписываться. Челик, который написал там Бебра, я... Вот у меня есть видео, типа, где какашка есть. Типа, приложение поменял, там какашка написано. И мне чел написал Бебра. Ну, я добавил Бебру. Так что пишите на том видео в комментариях, кого еще добавить. На последний. Ну, или ну, одним из них, короче. Сколько тут еще ждать? Уже... Да сколько мне тут еще сидеть, блин? Сколько можно? Два часа ночи. Да наконец-то! Это нормально? На первой ночи? Что это за звуки? Сейчас. Так, что тут, блин, надо делать? И что тут камера выключена? Это как-то странно. Да, блин, тут есть еще пасхалки. Ну, ё-моё. FNAF минус, говорят, еще выйдет. Я вот проверю завтра, есть этот FNAF минус или нет. Ну сколько мне тут еще сидеть, блин? 2 часа ночи только. Когда уже кто-нибудь там из аниматроников уйдет? Я уже 4 минуты тут сижу. Мне что, 5 минут, 10 минут тут сидеть? Страдать? Ну тут скучно как-то, блин, потому что ничего не происходит. Тут. Вот это вот прикольно. Типа, вот это типа секрет. А я никогда не знал, что вот так можно камеру делать. Типа я вот так... О, кстати, где Бонни? Здрасте, пупсик.
Че он так на меня смотрит? Сколько тут сидеть? Да че он так смотрит? Он ушел что-то и какой-то фигня. Что это за звуки? Музычка. Я не понимаю, что это за музычка. Ой, да сколько можно ждать? Что камера не включается? Камера зависла, блин. Что с камерой? Что за баги? Камера зависла. Алло, включайся. Что с камерой? Я так подохнуть могу. И камеры не включаются. Сколько еще тут сидеть? Короче, это видео будет быстро, потому что мне пора выключать, у меня температура. Ой, что? А не замечал, что тут вот так вот светится. Что это светится? Да блин, у меня камеры не включаются. Почему у меня камеры не включаются? Мне планшет сломался. Да Лиза, сейчас! Да блин, а! Что с камерами? Когда уже 5 часов ночи? Давай в гляделки с вот этим кексиком играть. Все. Играем с кексиком в гляделки. У меня нет камеры. Давай 5 часов ночи. Так что с камерами? Кто-то идет. Бонни идет. Что с камерами? Короче, просто буду сидеть и ждать. Ой, мне как-то страшно. У меня камеры не работают нифига. Давай, 6 часов. Да сейчас! Я доснимаю! Да блин, давай 6 часов ночи. Так как... Кто-то идет. Да ё! Что с камерой? Короче, ждем 6 часов ночи. Давай же. 6 часов. Сколько тут еще ждать? Наконец-то. Да не, я не хочу вторую ночь. Всем пока, с вами был Вуня. Прошел первую ночь. Всем пока.